В начале данных видеоролика хочу всем порекомендовать канал под названием Майнкрафт и не только. Ребята, на этом замечательном канале парень очень часто стримит. Он помимо стримов также снимает различные прикольные видео в игре Black Strike. Также он снимает Майнкрафт. Так что любители Майнкрафта и Black Strike, обязательно переходите и подписывайтесь на этот крутой канал. Ссылка есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня будет дуэль. Вот как вы думаете, вот против кого? Против школьника у меня было, против ютуберов дуэль было. Ребята, дуэль против Анетки. Вы мне часто пишете, мол, Кента ПК, тебе выиграет даже Анетка. И вот, именно сегодня, именно, ребята, в этот день мы узнаем, кто же из нас круче. Я, Кента ПК, или моя девушка под ником Анетка. Ну что ж, я пишу гоу, и мы, ребята, уже начинаем. Играем, как обычно, ровно до 12 раундов, а вы, пожалуйста, поставьте большой и жирный палец вверх. Ребята, вот прямо сейчас поставьте большой лайк, а также подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Кому не сложно, ребят, нажимайте на колокольчик, Кенту будет очень-очень приятно. Ой-ой, ребят, ничего себе, Анетка опасная. Не, Анетка, я все понимаю, но уклоняться от моих пуль не надо. О, все нормально, я побеждаю. 3-2, ребят, неплохо. Очень-таки неплохо. И продолжаем дальше наш поединок. Кто же круче, Кента ПК или Анетка? Так, Анетка, ты где там? Ничего себе. Ничего себе, ребят. А вот этого я не ожидал. Ничего себе, Анетка дерзкая. Вот это да. Все, Анетка, больше этих шоколадок дарить не буду. Ничего себе, Анетка нагибаторша. О, вот так. Вот знай, кто в доме хозяин. Кента ПК затащил Анетку. Кстати, знаете что? Анетка меня называет кузнечиком. Так вот, ребят, давайте ее тоже называть. Если она меня называет кузнечиком, то я ее, ребят, называю улиткой. Так что все. Давайте называть Анетку улиткой. Будет знать, как обзывать Кента, да? Вот он придумал мне прозвище кузнечик. Говорит, я кузнечик АПК. Ох уж эти девушки, ребят, вы бы знали. Так что, я сражаюсь против улитки. Так, 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 Анетка, ну иди ко мне. Не понял. Слушай, Анетка, ты что это меня злишь? Не, ну вот это уже Анетка зря. Ну все, ребят, все, Анетке хана. Обзывает меня кузнечиком просто так. А сама она улитка, вот так вот. Вот если я кузнечик, то она улитка. Все, ребята, мы побеждаем. Ой, как побеждала. Ничья! Блин, всего лишь ничья. Я-то думал, что я уже побеждаю. Ребята, всего лишь ничья. Ничего себе. Вот это да, вот эта улитка хорошо играет. О, все, нормально, нормально. Кента пока побеждает. 6-5. Просто, чтобы вы понимали, ну, это довольно-таки тяжело одновременно говорить и одновременно при этом концентрироваться на игре. Лол. Вот это да, я даже не почувствовал. Нормально, нормально. И, как обычно, ребята, я побеждаю. 7-5. Неплохо. Мы тащим. Опа. Шпуньк. Шпуньк. Не понял. Анетка, слушай. Как-то Анетка, ребят, прям стреляет очень-очень метко. Ничего себе, Анетка, я не ожидал. Я не ожидал, скажу правду. Я не ожидал. Так, Анетка. Ну все, тех она. Сама напросилась. Я хотел с тобой по-хорошему решить проблему, но, видать, по-хорошему ты не хочешь. О, блин! Я хотел взять АК, случайно взял нож. Вот это я нуб. Блин, ребят, рили, хотел взять АК, думал, сейчас я убью, а случайно взял нож. Ну, бывает такое. Нормально, да? Слушайте, я трачу всего лишь один патрон и сразу же один труп. Блин, я неплохо играю, скажу так. 8-7, Кента пока побеждает. Анетка. Ну, Анетка. Да ну. Как-то странно, да? Анетка меня убила, я ее даже не заметил. Не, кстати, вот это будет позор, если я проиграю. Потому что, ребят, прикиньте, когда у меня был стрим, то я проиграл Анетке. Вот это было жесть. Вы все писали, я нуб и так далее. Но если я еще и на записи проиграю Анетке, то все, ребят, я просто нуб по жизни буду. Я прям сам себя уважать перестану. О, нормально. Вот это да, вот это по-нашему. 9-8. Вот это неплохо, неплохо, я побеждаю. Но Анетка, конечно, я в шоке. Анетка просто стала про. Я помню, когда я только показал Анетке игру Black Strike, она играла, ну просто вот так играла. Вот так. А сейчас она уже самая настоящая про. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Анетка, не-не-не, Анетка, не вздумай по мне попадать. Просто не вздумай. Так, а ну-ка, сейчас, короче, прицел наставлю на Анетку, сейчас будет хана. О-о-о, нормально. 10-8, и я, ребята, побеждаю. Осталось сделать всего лишь 2 килла, и, в принципе, я победил. Фух. Вот это, конечно, была потная каточка, но вроде бы все идет в то, что я выиграю. Ну, в ту сторону, что я победю. Победю? Блин, такого слова нету.
все идет в ту сторону, что я одержу победу. Вот так будет правильнее. Ой, детка, приветик! Блин. Ну это было так изи ее убить, я даже не знаю, что я не убил-то. Не, ну это было... Серьезно, ребята, это было очень легко, но я что-то затупил. Не среагировал, что ли? Так. Анетка. Ой, Анетка, приветик. Ой, убил Анетку. Ну, бывает, Анетка. Ты сильно не огорчайся, ребята, 11-9. Мне осталось сделать всего лишь один труп, и я победил. То есть я получаю последнее очко, и, ребята, конечно же, Кента ПК побеждает. Но я скажу так, что Анетка играет довольно-таки неплохо и даже очень-очень неплохо. Учитывая то, что Анетка девушка, учитывая то, что она играет относительно недавно, она играет довольно-таки неплохо. Ну блин, ребята, 11-11. Вот это да, я что-то вообще расслабился, я просто расслабил булки. Я-то думал, что я Анетку, ну, на изи убью, но уже 11-11. Вот это да. Она еще меня обзывает кузнечиком, это улитка. Да, ребята, мы это сделали. Да-да-да-да-да! Мужики победили! Ну что ж, поставьте большой палец вверх, также подпишитесь на мой канал. С вами был ваш Кента ПК и улитка Анетка. Всем удачи и всем пока.